Друзья, всем привет! С вами Максим, канал Сегвей Россия. Очередной краткий обзор на Куга М4 Pro 2020 года, 18 ампер часов, последняя ревизия. Так, начнем по порядку. Поставляется он в такой вот коробке симпатичной. Наклейка у нас то, что 18 ампер часов в нем установлен аккумулятор. Комплектация. Набор ключей для протяжки самоката. Минимальный наборчик. Инструкция на русском языке. И зарядное устройство на 2 ампера. Итак, друзья, главное отличие М4 Pro 2020 года последней ревизии от предыдущих ревизий — это самое значимое — узел складывания. Узел складывания здесь стал на порядок надежнее. Его не надо постоянно обслуживать, протягивать и так далее. Менять какие-либо втулочки, шпильки. Вот один раз вы протянули, один раз на фиксатор резьбы поставили и забыли. Второе отличие — это резина. Резина здесь уже идет шире. Она как под внедорожную сделана, то есть в принципе хорошая широкая резина. Единственный момент, чуть бьет переднее колесо на скорости там от 30 до 40, но опять же в зависимости от электросамокатов. На каких-то становится она нормально, на каких-то ну бьет. В принципе это тоже нормально, особо не ощущается. Вот, также у нас мотор-колесо стало теперь 600 ватт. Самокат стал порезвее, побыстрее. Единственный, не то что недостаток, а нужно быть к этому готовым. Когда газуете в пол курка, колесо работает рывками. То есть это нормально, на это зацикливать внимание не стоит. И еще самое важное отличие — это аккумулятор. Аккумулятор теперь стал не 17, а 18 ампер-часов. 18 ампер-часов на новых элементах, поэтому он место занимает в деке меньше. Самокат стал легче, чем даже 17-я версия. И если вы разберете 17 ампер-часов, увидите, что аккумулятор на всю деку, здесь он в пол деки. И это нормально, потому что элементы здесь стали мощнее. Вот, в принципе, по деке. Деку мы имеем от Куга М4 2020 года. Такие же фонари, которые имеют два режима. Индикатор тормоза и индикатор поворота. И передняя цельная пластиковая крышка. Руль. Руль по высоте у нас регулируется. Ручки полностью складные. Люфт везде, в принципе, убирается, протягивается и так далее. Сиденье также по высоте регулируется с дополнительным амортизатором оно и пружина на самой сидушке. Сиденье можно ездить как с сиденьем, так и без. Оно снимается, откручиваются два болта с передней части и гайки с амортизаторов. Оно полностью съемное, то есть можно ездить полноценно стоя. Максимальная скорость данного электросамоката в районе 50 км в час. Дальность хода М4 Pro с 18 аккумулятором тоже в районе 50 км. Остальное зависит от веса райдера, от погодных условий, от поверхности, на которой передвигаетесь. Итак, по обслуживанию электросамоката. Регулярно нужно проводить этому электросамокату ТО, то есть своевременно протягивать электросамокат, смазывать амортизаторы, что передние, что задние. Вот, и тогда он вам проблем не донесет. Вы это можете делать как самостоятельно, сейчас я расскажу как, так и в сервисном центре. Начнем с самой основной проблемы всех моделей Куга М4 Pro, это рулевая стойка. То есть вы зажимаете передний тормоз, зажали передний тормоз и двигаете назад-вперед. Если люфт у вас именно вот здесь в рулевой стойке, значит вам нужно разбирать руль и длинным шестигранником на 8 протягивать рулевую стойку. Также, если магазин не проводил предпродажную подготовку электросамоката, нижний подшипник на рулевой вал, где нижний подшипник на нем, он всегда сухой. То есть со всеми самокатами 2020 года последней ревизии везде он сухой. Поэтому рекомендуется также разобрать, смазать. Но если магазин добросовестный, он делает это самостоятельно. Вот. Далее, вторая основная проблема именно на 2020 году — это вот такой вот, сейчас, вот, то есть люфт. Этот самокат абсолютно новый, поэтому он не протянут. Мы это делаем перед продажей. То есть люфт самого узла складывания. Чтобы его устранить, достаточно снять переднюю крышку, протянуть 4 болтика, там гайка на 8 и шестигранник где-то на 6, да? Да. Вот, далее задние амортизаторы. Задние амортизаторы тоже требуют протяжки своевременной. Вот что рекомендуется еще после покупки — разобрать заднюю вилку, ее дополнительно смазать. Амортизаторы также в пыльнике лучше убрать и смазать, что передние, что задние. И самокат не будет скрипеть, будет мягче, то есть и поездки станут у вас комфортнее. В
В принципе, все, мы имеем отличный самокат за свои деньги, с хорошими характеристиками. Что немаловажно, большие надувные колеса, хорошая амортизация, хорошая мощность, то есть 600 Вт хватает вполне с головой. И также очень емкий аккумулятор. Всем спасибо, с вами был Максим, канал Segway Россия. Всем удачи, пока.